Боевики ИГИЛ в Сирии получили удар по карману. Руководство запрещенной во многих странах, в том числе в России, террористической группировки вдвое сократило размер их денежного довольствия. В распоряжении газеты «Индепендент» оказался официальный документ, опубликованный казначейством ИГИЛ в Ираке. В нем говорится, что выплаты урезаны в связи с чрезвычайными обстоятельствами. Эту расплывчатую формулировку нетрудно расшифровать. Доходы экстремистов упали в значительной степени благодаря ударам российской авиации по объектам нефтяного бизнеса ИГИЛ и по каналам транспортировки топлива в соседнюю Турцию. Минобороны России подсчитали финансовые потери исламского государства от ударов нашей авиагруппы в Сирии. Это до 1,5 миллиона долларов в день.